Какой запах! Мама, а как делают хлеб? Хороший вопрос, малыш. Давай выясним вместе. Хлеб делают из муки, воды и дрожжей. Дрожжи – это вещество, состоящее из маленьких крупинок, и служит оно для того, чтобы сделать тесто мягким. Когда тесто готово, его делят на отдельные части, которые затем помещают в печь. Испеченный хлеб вкусно пахнет и хрустит. Теперь его можно есть. Мама, а из чего делают муку? Муку получают путем помола зерна, а зерно растет на полях. Чтобы измельчить и сделать мягкой землю на полях, нужен трактор. Когда земля готова, в нее высаживают семена на определенном расстоянии друг от друга и на правильной глубине. Тогда каждая семечко сможет вырасти здоровым и сильным. Дождь и солнце взращивают растения, и когда колосья хлеба полностью созревают, настает момент собирать их. Тогда используют большую машину, которая собирает зерно и помещает его в большой прицеп. Этот прицеп затем перевозят с помощью трактора на мельницу, где зерно мелят и из него получают муку. Вместе с водой и дрожжами мука превращается в тесто. Тесто пекут в печи, и оно превращается во вкусный хлеб. Все понятно! Мама, надо скорее подготовить поле, потому что я голоден!